Давайте вопросы сразу. Да, Светлана, я пока иду к нашему автору вопроса. Первый традиционный вопрос. Как ваше сегодняшнее выступление? Как оно вам? Как вашим зрителям, которые всегда вас ждут на нашествии в том числе? Расскажите, пожалуйста. Спасибо. Ну, выступление на нашествии – это всегда отдельное яркое событие, которое приучает тебя к мысли, что каждый день с тобой может произойти любой экспромт и экстрим. Чем мне нравится нашествие? Тем, что как раз именно вот этот фестиваль готовит тебя к какой-то экстремальной ситуации, а значит повышает твой тонус и иммунитет соответственно. Вот. Прекрасное было выступление, в меру фееричное, прекрасные были треки, на мой взгляд, самые мои сейчас любимые, актуальные. И с нами сегодня на сцене стояла Мария Савкина, она не является постоянным членом Суданного оркестра, приглашенный человек, но сама по себе очень талантливый автор и лидер группы «Планета В». Прошу обратить ваше внимание, обратите внимание на творчество этого коллектива, которую я очень симпатизирую, может быть, глубоко субъективное мнение, но мне кажется, что это очень интересное творчество «Планета В». Мария Савкина является лидером этого коллектива. Во-первых, вопрос я ответил, да? Идем дальше. Елена Балка, Иркутск, видеоканал. Огромное спасибо за сегодняшнее выступление. Я хочу поздравить вас с 10-летним юбилеем, потрясающим, с прекрасным выступлением в Кремле. Низкий поклон. И вопрос у меня такой, вы закончили свое выступление потрясающей совершенно работой «Осеннее шоссе», когда-то вы исполняли ее с Настей Полевой. Вопрос такой, планируется ли дальнейшее сотрудничество с этой музыкантом? Великой женщиной. Я с огромным удовольствием, причем мне Настя говорила сейчас о том, что она готовит новый материал и видит мое участие там. Я с трепетом жду в конгрессе, потому что, конечно, обязательно требует предложение участвовать в проекте. Для меня большое честь и удовольствие. Светлана, здравствуйте, Александр, Тверская, Совка, новостей. Здесь. Тоже в свою очередь присоединяюсь к поздравлению с 10-летием группы. Хочу отметить прекрасный концерт в Санкт-Петербурге, на котором посчастливилось побывать. И вопрос. Вот были сначала от вас была информация, что хотите немножечко передохнуть и в то же время говорится о юбилейном туре все-таки. Будет он или нет? Какие города затронут? Кстати, я мечтаю отдохнуть, а у меня уже 5 лет. Мечтаю отдохнуть и не даю. То есть я хотела, конечно, вот эту ситуацию как-то так остановить, занять. Но мы вот сыграли в Кремле и хорошо, на этом закончим. Нет, тут, значит, организаторы Урала и Сибири сказали нет. Вы нас очень сильно обидите, обидите наш регион, если вы с этой программой не прокатитесь. Вот, по городам и весим. Не смогла отказать. Не смогла. В общем, очень не видим. Браво. Видим, да. Ну, десятилетия, конечно, бывает раз в 10 лет. В общем, вот этот факт единственный, пожалуй, который оправдывает продолжение нашей гастрольной деятельности. Хотя сейчас мне очень хочется запереться в студии или где-нибудь в другом огромном местечке и начать писать новые песни, вроде бы как что-то зарождается, есть какие-то идеи, мы кое-какие даже уже начинаем формулировать. Вот, скоро будем вас радовать новыми треками. Ну, если не альбомом, но символы уже точно. Здравствуйте. Где голос? Я здесь. Наш голос, он везде. Светлана Лазовских, Правдоров. Хотелось бы поблагодарить вас за такую потрясающую программу. Скажите, как вы отбираете песни для конкретного сайта, вот, допустим, для нашествия? Как вы отбираете? Да, как все было. Есть в этом доля импровизации, но часть песен нам подсказывают наши поклонники. А «Позитив», который сегодня тоже устраивал прекрасные элементы шоу, и шапочки, и флажки, и белые воздушные шары с напусили. Вот. Они высказывают свое пожелание, что мы хотим сделать флешмоб на эту песню. Естественно, мы их включаем, эти песни, учитываем их пожелания. А дальше уже то, что кажется актуальным, и то, что кажется фестивальным. Ну, а песня «Осеннее шоссе» мы как-то не могли не спеть, потому что это трек этого года, он был записан с Настей Полевой. Мне кажется, трек удался и очень красивая поэзия в
мне, конечно, хотелось такому огромному количеству людей донести эту поэзию в первую очередь. Леонид Аранзон, автор стихотворения песни «Синее шоссе», мы сегодня ее подарили на шоссе. Уважаемые коллеги, давайте, наверное, финальный вопрос, чтобы Светлана успела напомнить. Затронули тему поэзии. Вопрос такой. У вас уже был опыт выпуска поэтического сборника. Опять я здесь. Нет ли желания выпустить еще один сборник поэзии? Желание должно быть подкреплено материалом. Я думаю, что как только он случится, как только он накопится, то, конечно, будет еще сборник. Я только за. Дело за малым. Просто написать стихи. Аудиоматериалы. Вот был у вас выпуск сборника стихов Ахматовой, диск с Ахматовой. Я имею в виду, сейчас вы много читаете Перонского, Цветаева на концертах Мандельштама. Нет ли желания это все озвучить в какую-то... Есть все переносники. Мне бы хотелось подготовить цикл, поэтический цикл, называется «Детские стихи для взрослых». Вот. Но это пока царит в атмосфере как идея, но не более. Вот, когда она созреет окончательно, я думаю, конечно, это в итоге выльется в аудиоальбом. Спасибо большое, Светлана, группа Сурганова и оркестр.